Впервые день открытых дверей управляющих компаний прошел в Магадане. Акцию провели в рамках проекта «Школа грамотного потребителя». Ответы на свои вопросы горожане получали из первых уст. Наталья Кандаурова пожаловалась, что в ее подъезде на Портовой 38 14 лет не ремонтировали крышу. Кровля течет уже более 5 лет. Руководитель управляющей компании «Любимый город наш» пообещал в ближайшие дни осмотреть проблемный участок. Чтобы собственник уже, допустим, не обращался в высшие какие-то инстанции, допустим, чтобы это дело не доходило до прокуратуры. То есть мы решаем эту проблему, стараемся помочь собственнику, объяснить его права, обязанности, чтобы он знал, как, допустим, поступить в той или иной ситуации. Задать свои вопросы пришли более 20 человек и представители 8 управляющих компаний. Их, к слову, в Магадане более 30. Акцию планируют вновь провести в следующем году.